Солнце должно светить всем одинаково и через прозрачные стекла. ГИБДД Челнов увеличила число рейдов по тонировке автомобилей. Лето – традиционное время более тщательной работы с нарушителями, так как жаркая солнечная погода для многих повод затонировать стекла авто сверх меры. Госавтоинспекция республики проводит череду профилактических рейдов с 6 по 12 июля, в том числе и в Автограде. Только сегодня 16 водителей получили штрафы. Подробности далее. Тонированные авто в ряд – это не встреча автолюбителей темных стекол, а профилактический рейд ГИБДД. Согласно ГОСТу 2021 года, светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%, а у некоторых челнинцев она составила чуть больше 10%. Я только купил машину. Только купил. Снимаю вот сейчас. Не успел просто снять. Светопропускаемость инспекторы замеряют специальными приборами, и по закону перед замером водитель имеет право осмотреть датчики. Они должны быть чистыми и без пленок. Так сегодня были и несогласные с результатами, просили повторный замер. Были и те, кто с иронией отнесся к ситуации. Я только вчера затонировался, вот сегодня попал. Я обязательно сейчас растонируюсь, я же законопослушный гражданин. Штраф за чересчур тонированные стекла – 500 рублей по статье 12.5 административного кодекса. В первые 10 дней после выписки штрафа его можно оплатить со скидкой в 50%. Инспекторы предупреждают автолюбителей о наказании за повторное нарушение. Так за это будет грозить штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. В среднем ежедневно находится несколько десятков нарушителей. Профилактические рейды продолжатся в Челнах и далее. Виктория Евсеева, Роман Гейтман, Челны 24.